Здравствуйте, друзья. Очередная суббота. И очередной выпуск, субботний выпуск. Так, сегодня я хочу, знаете, как, о чем поговорить-то? О Кузнецове, как о мошеннике. И это, я уверен, будет выложено в кое-каких группах, которые бдительно следят за деятельностью компании «Алиам». Всегда были рядом, всегда контролировали. Спасибо вам за то, что вы делаете. Ну что ж, ну те, кому положено понять, те поймут и сообразят. Ну, на самом деле, хейта не так много, негативных отзывов еще меньше. Но я очередной раз повторяю, заявляю со всей ответственностью, прежде чем обратиться в компанию «Алиам», все взвесьте. Посмотрите негативные отзывы. Послушайте то, что я говорю. Я, кстати говоря, вообще не фиксирую свое внимание и не трачу время на парирование вот этих выпадов. Если хотите, заглядываю я в эту группу. Но вот за последние полгода я заглянул туда впервые, потому что мои сотрудники, ребята, в общем-то, попросили это сделать, так как часто, очень часто им задают вопрос типа, а можно ли поговорить напрямую с Кузнецовым? Также бывает, что люди, почитав, ну а куда от них денешься, интернет доступен всем, пасквили, начитавшись, хотят, чтобы лично Кузнецов закрыл все их возражения. Я не какой-то там зазвездившийся, не знаю, блогер, который не хочет вообще разговаривать лично со своими подписчиками. Я по-другому смотрю на ситуацию. У блогера есть отличный инструмент, его аудитория и, собственно, его блог. И вот именно пользуясь этим инструментом, я обращаюсь ко всем, кто хочет со мной лично поговорить. У меня, друзья, действительно нет времени на каждого из вас. И у каждого из вас, как вы думаете, самая больная боль. Но вам, может быть, будет грустно узнать, что эта боль совершенно стандартная. У всех, практически у 99% людей, которые интересуются деятельностью компании «Алиам» и деятельностью Кузнецова, боль болит максимально одинаково. И разговаривать с каждым о его якобы уникальной боли у меня нет, да, и времени, но и, конечно же, желания, потому что очень много других дел. Но все-таки сегодня я хочу поговорить о недоброжелателях. Их я уже поблагодарил, потому что если бы был бы у меня какой-то интересный такой особенный ключик либо кнопочка, которая позволяла бы их всех стереть с лица интернет, то, скорее всего, подозрений было бы еще больше. Так как, ведя вот такую подобную деятельность, да, мы с вами четко осознаем, что она невозможна без критики объективной, необъективной. Без откровенной дури в наш адрес, когда люди, не разобравшись, просто, скажем, платят деньги в «Алиам», а такие случаи есть, вы не поверите. Вы не поверите, есть случаи, когда человек посмотрел канал день, два, три, пять, неделю, месяц, вроде как что-то там у него созрело внутри, он оставляет заявку, ему перезванивают, он говорит, все, этого мне достаточно. И даже не подписывая никаких документов, договоров, сразу оплачивают услуги компании «Алиам». И иной раз бывает даже сразу вперед за несколько месяцев. Вот так доверяют мне. Ну что, я не призываю, конечно, всех вас пересмотреть отношения ко мне и все-таки как-то перестать мне доверять. Нет, просто еще раз повторяю, взвешивать надо. Уж тем более, если вы решили заплатить за что-то кому-то, то, ну, как минимум, да, вот, сухая
рекомендация такая бесчеловечная, если хотите. Почитайте договор. Вы, во всяком случае, не будете потом писать в каких-то вот этих группах, в которых собираются вот эти вот страдальцы, да, все, что я заключил с Кузнецовым договор, или заключила договор, чаще это женщины, а эти поганцы брали с меня деньги, а уже на третий месяц банк подал на меня в суд. Ну и там, конечно же, им в ответ сразу подскакивает куча уже бывших таких же. Да, и на меня подали. Ой, а мне вообще, я с ними работал, платил там столько-то, полгода платил. А мне коллекторы все равно звонили. Представляете, они обманщики, они не делают то, что обещают. А теперь надо взять, во-первых, переслушать еще раз Кузнецова. Во-вторых, открыть договор и почитать, что же мы обещаем вам сделать. И где написано, что мы обещаем вас оградить от звонков, то есть сделать так, что вам перестанут звонить. Не с точки зрения переадресации, пожалуйста, это даже в договоре, скажем так, и может быть и не указано, что вы настраиваете переадресацию и... Все уходит на наш колл-центр, ну и вот на меня в том числе, да, когда у меня рабочее время, связанное с формированием контента. Я представляюсь, допустим, тем человеком, кому звонит коллектор. Вот. Где еще в договоре прописано, что мы сделаем так, что банк не подаст на вас в суд? Оптимизация задолженности. Мы работаем строго, эксплуатируя законные методы. Мы никогда не заявляем, что на вас банк не подаст в суд. Более того, всей своей деятельностью мы, наоборот, провоцируем, чтобы на вас подали в суд. В чем преимущество должника, оказавшегося в суде, ну, грубо говоря, преимущество, я имею в виду, не самого человека, потому что в суд-то в буквальном смысле ногами идти не нужно, дело этого человека. И в чем проигрывает человек, который ничего не делает, а ждет, когда что-то произойдет. Я имею в виду, не делает в том смысле, что не изучает материал, не смотрит судебную практику, не работает сам с собой, не повышает свою экспертность. Все просто. А специалисты компании «Алиам», которые формируют досудебные претензии, максимально уменьшают в этом смысле аппетиты кредиторов и отбивают у них желание подавать на вас в суд. Но как это происходит? Это уже отдельная история. Мы провоцируем изо всех сил, мы показываем, что наш клиент совершенно не против, более того, очень даже жаждет оказаться в суде. И он понимает, что именно в суде сумма будет зафиксирована раз, платежи после этого через судебного пристава будут в комфортном режиме осуществляться, удобными платежами человек будет закрывать свою задолженность, и задолженность будет уменьшаться при каждом новом рубле, внесенном в счет погашения долга, который уже на этапе исполнительного производства, сумма будет уменьшаться. Те, кто идет на поводу у банков и платит по их реструктуризациям, схемам, каким-то акциям, меня сейчас поддержат, что вот с этой помощью долг не уменьшается, даже растет. Не остается на месте, да, а вот растет. Платит человек по полгода какими-то там, возможно, с комфортными платежами, а через полгода спрашивает у сотрудника там банка, а сумма долга увеличилась. Я не буду рассказывать и тратить на это время, почему это происходит. У нас вот в субботних выпусках в плейлисте «Что делать, если» очень много об этом сказано. Так вот, комментаторы типа «мы мошенники, мы ничего не делаем, мы в суды проигрываем». Да! Суды лоббированы, и очень часто бывает так, что определение, которое вышло по факту решения суда против нашего клиента, не без этого.
Но если взять среднестатистического клиента компании «Алиам», это 5-6 кредитных эпизодов. Что такое кредитный эпизод? Это договор, заключенный между клиентом и его кредитором. Кредитором может быть микрофинансовая организация, онлайн-займ какой-нибудь, просто банк. Так вот, если взять среднестатистического клиента, то 80% кредитных эпизодов остаются без официальной претензии. Что такое официальная претензия? Это обращение в суд. 80%. Грубо говоря, на каждые 10 эпизодов в суд подают только 2 кредитора. Если ту же статистику провести и провести некое расследование, на котором мы тоже заморачивались, опросы делали, когда люди ничего не делают, то там с точностью наоборот. 80%, в том числе и МФОшки, и все, кому не лень, даже коллекторы подают на людей, которые не защищаются в суд. И люди, соответственно, получают официальную претензию уже от судебного пристава. А там все зависит от того, как вы дальше себя будете вести при общении с судебным приставом. Наши клиенты в этом смысле имеют серьезные бонусы, так как наши специалисты ведут клиентов постоянно. Если кто-то пишет, вот прочитает, что вот не отвечают на обращения их персональные менеджеры, ну, в 9 случаях из 10 это те самые наши недоброжелатели, не являясь абсолютно никак клиентом нашей компании, пишут такую ахинею. Проверить это невозможно. Да и вообще их проверить невозможно. Вы посмотрите, кто был в этих группах, да? Там даже лиц их не видно. То есть вот ведет эту группу некто, понятия не имею. По-моему, его Владимир зовут. Почему я знаю? Могу ошибаться, забыл уже. Как-то давно он мне позвонил и попытался вывести меня на чистую воду. Это была комедия, конечно, вперемешку с трагедией. Его личной трагедией. Этот человек со мной беседовал больше, почти 2 часа. При том, при всем, что... Два захода было, так как связь прервалась, и потом он не перезванивал, я сам ему перезвонил. К концу разговора этот персонаж был просто уже в невменяемом состоянии, мне так кажется, что он прям попивал, прибухивал в процессе, хотя очень часто они грешат от безысходности, наверное, от этой лютой ненависти ко мне. Не знаю, кстати говоря, почему они меня ненавидят. Точнее, у меня есть подозрения, я сейчас о них скажу. Они постоянно говорят, да вот вроде Кузнецов, судя по всему, вдал. Да я не пью. Я давно уже отказался от алкоголя. А когда алкоголь был в моей жизни, это было совершенно эпизодично и какими-то незначительными порциями. То есть я никогда не терял адекватности. То есть в этом смысле не надо. Тут, хотите, не верьте, хотите, нет, ладно, не буду в этом смысле что-то заявлять, да. Но они же тщательно скрывают свои лица. А почему я подозреваю, они это делают? Мы тут проводили небольшое расследование и для себя выяснили, что это вся публика, на самом деле бывшие сотрудники. А почему мы решили провести это расследование в свое время, давно уже? Проанализировав их переговоры, разговоры какие-то между собой, они мне звонили, да? Там просто изо всех сил прям слышно, видно, что они разговаривают на языке сотрудников службы взыскания. Если я постоянно говорю как оппонент, как... скажем так, сторона с другой, человек с другой стороны баррикад, то мне не липнет идея называть деньги денежными средствами или еще как-то. А здесь, понимаете, чувствуется сленг. С другой стороны, для меня всегда было непонятно, почему все-таки они так себя ведут. Нельзя же так голословно заявить, как это они делают, и в то же время поверить одновременно в это, что деятельность
таких компаний, как Алиам, да, ну, либо там вообще вот эта деятельность, пускай это, она ограничена там ведением какого-то канала на YouTube, вредна, а не полезна. Так может заявить только человек либо умалишенный, да, либо человек, который находится так или иначе на другой стороне баррикад. Ну как может компания Алиам существовать такое продолжительное время, не скрываясь ни от кого, в отличие от них? К ним же невозможно приехать что-то. Вот, ну вот переписка там 5000 подписчиков и в комментариях там 5, максимум 10 этих страдальцев друг с другом переписываются. Я специально, намеренно не говорю, о чем речь, не называю те группы. Во-первых, чтобы не рекламировать их. Ну а во-вторых, в принципе, только из-за этого. И все. Потому что у нас тоже комментарии есть. И да, я удаляю и блокирую дебилов. Да, и идут они все лесом. Все те, кто считают, что я должен быть каким-то другим. Это мой канал. И мой бизнес. И я считаю, что они мне мешают. Почему бы мне не взять метлу и вымести их из своей квартиры, со своей территории. Да, я это делаю. И не осуждаю моих недоброжелателей, которые точно так же со своей группы удаляют всех тех, кто, а таких людей очень много, вступаются за меня, пишут свое мнение, пытаются им сказать, что они не правы, их точно так же удаляют из этой группы и, да ради бога, блокируют. И начал делать это я в первую очередь. Я не хочу вести диалог с ними. Они мне не интересны. Я никаких обязательств не давал. И никогда не стану рвать на себе тельняшку. Я об этом очень часто заявлял. Чтобы вас переубедить, что я не мошенник. Мне все равно. Мне было все равно, когда у меня было 20 тысяч на канале. Мне точно так же все равно, как будет, когда у меня будет 2 миллиона подписчиков на канале. Мне все равно на то, что вы думаете обо мне. И господа недоброжелатели, и господа друзья, точнее те, кто ко мне относится адекватно. В каком смысле мне все равно? Все равно в том смысле лишь только, когда вы ошибаетесь, по моему мнению ошибаетесь, когда вы думаете, что Кузнецов всемогущий, либо Кузнецов какой-то уникальный мошенник. То есть вот вторая часть, это относится к тем, кто меня не любит, и первая часть, это, соответственно, к тем, кто боготворит там в каком-то смысле, да, Кузнецова и его деятельность. Ребят, я еще раз повторяю, никаких тельняшек, рубашек на себе рвать я не стану. Доказывать, что я не верблюд, я тоже никому никогда не буду и не делал этого, и не собираюсь этого делать. Я целиком и полностью полагаюсь на здравомыслие людей, которые смотрят меня, делают выводы, взвешивают все. И я призываю, смотрите негативные комментарии. От себя скажу, если вы задумаетесь немножечко, вы поймете, что там обычная болтовня, не подтвержденная ничем. Испокон веков в цивилизованном обществе никогда не рассматривались анонимки, как бы правдиво они ни выглядели. А если такое и было в истории человечества, то это всегда и во все времена, как только общество начинало становиться более или менее цивилизованным, осуждалось. И все вот эти приговоры и санкции, сформированные на основе анонимок, всегда порицались. А те, кто пытается топить против Кузнецова, включая коллекторов в том числе, тщательно скрывают свои физиономии. А те, кто действительно ведет похожую деятельность и вроде бы казалось, какая-то конкуренция со стороны Кузнецова есть, совершенно спокойно демонстрируют себя, не скрываются и готовы всегда общаться. Но никакой конфронтации с их стороны я никогда не видел. Во всяком случае, очевидной.
Да, я никогда не комментирую действия. Вот в буквальном смысле не комментирую, не даю оценку. Я могу заявить о своей симпатии к чему-либо, к манере там, ведения канала или к подаче. А вот комментировать деятельность юридическую, даже если, может быть, я очевидно вижу, что что-то там не то, я не стану. Потому что у каждого свой путь. И в общем, я считаю, что мы делаем одно большое дело. У нас один враг. У нас одна, если хотите, война. Кто-то партизанит из-под тишка, им взрывает рельсы. А кто-то напрямую вот просто шарахает прям, как с гаубиц по их рядам. При том, при всем, что наши редуты совершенно отчетливо просматриваются. Пожалуйста, сделайте то же самое, господа коллекторы. Нет, не получается. Но война против вас ведется очевидная, и победа, перевес уже, ну, только как слепой не видит, на нашей стороне. Хотя у нас в лагере тоже есть прихлебатели, которые, делая вид, что, в общем-то, как говорится, у нас с нами одним воздухом дышат, на самом деле пытаются все-таки перетянуть одеяло на сторону наших недоброжелателей, являясь сами когда-то, может быть, но не сейчас, но когда-то таковыми. И им чисто инстинктивно противно от того, что они наблюдают. Ну а кому нравится ощущение проигравшего? Нет, не нравится. А то, что они действительно были на той стороне баррикад, это точно. Хотя вы можете мне не верить. Но я вам заявляю со всей ответственностью, вот, не скрываясь. Во всяком случае, я считаю, я сделал такие выводы. И для меня это, ну, действительно факт. Они когда-то работали в службах взыскания. А один из них работал в Active Business Collection. Ну, это самая дочерняя организация Сбербанк. Ну, ладно, на сегодня все. С вами был Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты, компания «Алям». Не забудьте подписаться на наш канал, потому что у нас много интересного всегда выходит. Ну и, кстати, канал «Просто мысли». Это отдельный канал про меня. Кто, может быть, поближе хочет узнать, кто такой Кузнецов Дмитрий. Ссылочка на этот канал есть в описании этого любого другого ролика. Пока, скоро увидимся.